Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я буду вашим гидом в каталог номер 6 от компании Oriflame. Я вам расскажу, какие классные продукты в этом каталоге, интересные акции. Конечно, я буду не просто листать каталог, а я вам покажу продукты, те, которые есть у меня. Я расскажу свои впечатления, ощущения и результаты от применения этой продукции. Поэтому приступайте к просмотру. Особенно если вы новичок, вам нужно классно познакомиться с новым каталогом. Итак, начинаем смотреть. Каталог номер 6 начнет свое действие 22 апреля и закончится 11 мая. И сейчас мы с вами посмотрим, какие самые вкусные здесь у нас ждут предложения. Я рекомендую читать все внимательно, потому что в каталоге много полезной информации, которая пригодится вам при работе с клиентами. И на первой же страничке любимая тушь 5 в 1 всего за 259 рублей. У меня тушь немножко в другой упаковке, но кисточка 1 в 1, точно такая же. Эту тушь я очень люблю за ее необычно удобную кисть. Благодаря этой кисти ресницы становятся длинные, толстенькие, пушистенькие и с изгибом. Просто обожаю эту тушь и все время выбираю ее. Пробую все время разные, когда выходят новинки, но возвращаюсь всегда к этой туши. И ловите момент, скидка 50%, очень выгодное предложение. Рекомендую тушь для бровей, раз уж речь идет о тушах. У меня средний оттенок, мне очень нравится, как эта тушь укладывает ресницы и оттеняет те, которые светленькие, под пушек и так далее. Именно тушь для ресниц можно использовать отдельно, как самодостаточный продукт. Или можно использовать после того, как вы сначала прокрасили брови специальными тенями для бровей или карандашом, для того, чтобы уложить и зафиксировать. Потрясающе удобный продукт, поэтому рекомендую брать. По тону выбирайте цвет на один тон светлее, чем ваши брови. Двухсторонний карандаш не пробовала, поэтому не расскажу ничего про него, но отзывы хорошие. Жидкая губная помада. И, к сожалению, не вижу, какой у меня код этой помады, все уже подстерлось. Возможно, даже не из этой серии, но я просто вам хочу показать упаковку. И кисточку. У нее очень удобная кисть, мягкая подушечка. И сама помада по качеству мне нравится и пользуюсь с удовольствием. У меня даже несколько оттенков из этих серий. Они разные, бывают немножечко разный состав, разные тона. Но сама помада качественная, очень прикольно лежит на губах. Вот, кстати, покажу, как это лежит на губах. Такая капля, то есть она прям вся сияет, переливается, хотя в ней нет перламутра, но она просто такая сияющая, очень крутая помада и пахнет вкусно. Далее, на этой страничке, к сожалению, таких румян у меня нет, но есть хайлайтер, жидкий, кремовый, и многие про него спрашивают. Кстати, его люблю больше всех хайлайтеров. Ой, нечаянно нажала много. Смотрите, какой у него красивый оттенок. Нежно-нежно-розовый, его практически цвет не видно. И когда высыхает, просто настолько красивое лицо, сияющее. Прям в восторге от этого средства. И здесь его так много, хотя пользовалась с прошлого лета, постоянно им пользуюсь. Вот такой он красивый. Видите, если хороший отлив идет, то вы увидите, какой он натуральный, приятный. То есть он делает кожу такой сияющей, легкой, воздушной. Ну, просто чудо. Так, далее. У нас есть средство, которое позволяет очень быстро высушить лак. Это закрепляющее покрытие сушка. Мне нравится, что на нем есть специальные вот такие вот картинки. И я его сразу вижу среди всех других средств. Оно мое любимое из-за того, что я не люблю ждать, когда высохнут ногти, и оно мне помогает ускорить этот процесс и при этом дает красивое такое финишное покрытие, блестящее, лаковое такое, ух, супер просто. Кисти, у нас все кисти замечательные, я вам покажу одну кисть, потому что про нее все спрашивают, кисть в форме сердца. Она очень прикольно так сделана, набивная. И если вы видите, я ее использую для тона, для нанесения тона. Она мне
очень понравился. Я попробовала с пудрой, с румянами, то есть по-разному. И для меня самый удобный вариант ее применения – это именно нанесение тональной основы. А вы выберете то, что понравится вам. Но она безумно удобная в руках, она такая классная, приятная, у нее необыкновенный творц. И ручка приятная, я в восторге, хотя это не дешевая, конечно, покупка, но мне она очень-очень нравится. Я и дочке точно такую же подарила, она просто пищала от восторга. Кисти все прикольные, я ими всеми пользуюсь, только кисти Oriflame. Здесь у нас серия Optimals представлена, все средства по уходу за глазами. И одно из моих любимых средств из серии Optimals – это увлажняющий крем для век для всех типов кожи. Я давно-давно им пользовалась и на протяжении многих лет, пока у нас не появилась серия NovAge. И даже периодически я его беру, все-таки настолько приятное средство. И что мне в нем очень нравится, то что он уменьшает припухлости и темные круги под глазами. Это его прям бомбочка, да, бомбический такой, как сказать, свойство, качество. Масло для волос из серии Elio. Я сейчас пользуюсь таким маслицем. Оно вкусно пахнет, оно жирненькое. Если сравнивать со спреем, то маслица не намного жирнее. Спрей легче. Он отлично подходит для тех, у кого волосы быстро жирнятся. То да, вообще классно именно пользоваться спреем. А я выбрала такое пожирнее маслице, потому что у меня настолько стали сухие волосы после окрашивания, после смывок многочисленных, что это масло, оно просто меня спасает. Я достаточно много им пользуюсь сейчас, но я считаю, что это лучшее, что я перепробовала. Различные маски, CC-крем, сыворотки и так далее. Это масло лучше всего подходит сейчас для моей проблемы. Я его рекомендую всем, потому что волосы действительно становятся качественные и очень красивые. Прекрасное предложение – это бочонки с кремами. Что здесь самое восхитительное? То, что вы можете подобрать крем под любимый аромат. Например, нравится вам аромат Poses? Пожалуйста, крем для аромата Poses. Да? Или Giordani Gold вам нравится аромат? Пожалуйста, к нему есть крем. Почему я люблю кремы идентичные, то есть аналогичные аромату? Потому что усиливается аромат парфюма, потому что если все тело пахнет одинаково, это очень вкусно, ароматы не перебивают друг друга. Я считаю, что это правильная политика, потому что и дезодорант должен быть с таким же ароматом, крем. И мне бы хотелось бы, чтобы у нас еще был какой-то спрей для волос тоже с ароматом парфюмы, которые я выбираю. И классная, кстати, цена, всего 319 рублей. Они все кремы хорошо впитываются, имеют такую приятную консистенцию, то есть они не жидкие, это прям кремы хорошие, но при этом у них легкая текстура, и они не оставляют липкого последа. Великолепные кремы. И я уже вам показала маленькие наши ароматы. Вот у меня есть два новенькие запечатанные. Love Potion и Giordani Gold Essence. И как раз они здесь у нас тоже представлены. Вот Love Potion красненький и Essence Giordani Gold. Вот он. Как раз, чем я люблю маленькие такие форматы? Удобно носить с собой. Дома у меня всегда есть большой аромат, а маленький удобно бросить в сумочку, 8 мл, достаточно долго хватает. Если в течение дня нужно просто усилить аромат, то, пожалуйста, палочка-выручалочка у нас лежит в сумочке. Потому что большой флакон носить неудобно, некомфортно, в маленькую сумочку не помещается. И это, конечно, неудобно. Так, Eclat Mademoiselle. Очень весенний аромат. И я радуюсь, что его именно сейчас в шестом каталоге представляют с большой скидкой. Потому что именно весной этот аромат потрясающе звучит. Вот зимой он как-то не очень был подходящий. Настолько приятный, свежий цветочный букет. То есть он цветочно-фруктовый, зеленый, потрясающе вкусный аромат. И как вы уже знаете, кто за мной наблюдает, то что у меня ароматы в основном практически все полные. И редкие-редкие ароматы практически закончились до конца. Это говорит о том, что аромат действительно очень хорош. По стойкости говорю, да, он стойкий.
несмотря на то, что это туалетная вода, мне по стойкости он очень понравился. Достаточно, то есть ну, на день хватает. Следующий аромат это Friends Old. Тоже у меня есть этот аромат, тоже нравится. Я в последнее время люблю с фруктовыми нотками. Здесь нота персика, она просто такая мягкая и такая бархатная. И просто аромат бомбический. Так и скажу, бомбический. А аромат The One Discuss один из наших любимых с дочкой. Мы его просто обожаем. И я его очень хочу повторить. Я еще не решила, потому что ароматов очень много. И тем более нас ждет новинка. Скоро мы увидим предложение с пробниками. Поэтому не уверена, закажу или нет, но я рекомендую его, потому что он бесподобно вкусный. У него вот эта сердцевина, малинка и ваниль, и нотки розы. Все это так вкусно, классно. Так, два аромата Amber Elixir. По стойкости они очень стойкие, прям очень-очень. Один из моих тоже любимчиков Happy Dizziac. Сегодня у нас такой обзор ароматов, тоже вкусный, тоже у него нотки фруктовые, груша, клубника, это очень вкусно, поэтому мы его тоже обожаем, особенно Мише он нравится. А есть у меня еще аромат, покажу вам, да, вот он есть, роза, вот такой бутон, цветок розы, так красиво сделан на флакон, что я не удержалась, его купила. Я не могу сказать, что он мне прям безумно нравится, нет, но он приятный, и его привлекательность из-за персика, опять же, бархатный персик, соленый карамель, и роза не слишком ярко звучит, я не люблю ароматы, которые прям явно розой пахнут, а за счет того, что все здесь гармонично переплетается, сочетается, очень красивый и вкусный аромат, и, конечно, бесподобная упаковка. Так, и есть у меня Poses, тоже практически все он закончился у меня. Даже уронила, отколола немножко крышечку. Аромат один, наверное, из самых сексуальных в нашей коллекции. Действительно, он волшебный, очень вкусный и он магический. То есть, когда с этим ароматом просто чувствуешь себя восхитительно, просто такая женщина, вам просто обворожительная красотка, Клеопатра. Ну да, аромат много значит в нашей жизни, поэтому к его выбору нужно отнестись особенно тщательно. Так, нас ждет акция с ароматом Together. Будет мужской, женский, поэтому берем обязательно, пробуем. У нас как-то был аромат Together. Если он будет похож на тот, который был, я однозначно его куплю, потому что был просто обалденно крутой аромат. Кстати, здесь еще маленькие скидки вставлены. Я их не заметила. Тоже оригинальные ароматы. Но сколько бы я про них вам не рассказывала, все равно пока вы сами не попробуете, вы не поймете, подходит вам аромат или нет. Всегда рекомендую заказывать пробники. Про мужские ароматы умолчу. Тоже нравятся очень многие, особенно любимый Happy Dizziac, просто его обожаю, и он очень стойкий, он такой вкусный, что я сама им могу иногда пользоваться, у Миши такой аромат есть, он обалденный просто. А мужской уход за лицом, обязательно, мужчина, женщина, неважно какого мы пола, кожа требует ухода, поэтому я рекомендую брать серию целиком. Девочки, заботьтесь о своих мужчинах, мальчиках, приучайте их к тому, чтобы они пользовались уходом, поверьте, вам будет самой кайфово от того, что они такие у вас приятные, вкусно пахнут, у них красивая кожа, такие вот классные флаконы. Но чувствуете, да, что это стекло, это не просто там какой-то пластик, это очень солидная, красивая, классная серия. И крем для глаз. То есть очень просто и понятно, на каждом флакончике стоят квадратики и указано, что это первый этап умывания, это для глаз второй этап и так далее. То есть проводите инструктаж и далее мужчины сами пользуются серией с удовольствием. Тут тоже все для мужчин. Пошли аксессуары. Некоторые я вам даже покажу, которые у меня имеются в наличии. Кстати, этот необыкновенный шарф, такой разноцветный, с кистями, он изготовлен из переработанного полиэстера. Представляете, насколько это, ну, такой, как сказать, ну, это так круто, да, что мы заботимся об экологии и уже из вторичного сырья производим такие шикарные продукты. Я вам покажу вот этот ремень для сумки.
Я, кстати, его ношу на талии, потому что моя талия как раз его прекрасно размещает на себе. Это эффектный, яркий аксессуар. Он будет прикольно смотреться на любой сумочке, где есть съемные ремни. То есть вы снимаете старый ремень, устанавливаете эту новинку и используете на сумочке или на талии, если талия позволяет. Смотрите, размеры здесь указаны. Красивый, качественный такой продукт. Так, дальше. Что-то здесь. Очки. У меня есть такие очки. Я тоже ими осталась довольна. Брала, кстати, их со скидкой 50%. Они приходят в чехле. Там салфеточка для протирания стекла. Оригинальный цветовой такой. Цветовое решение оригинальное. Мне понравились пластик качественный. Приятно смотреть на... Ну, на яркую солнечную погоду, глазам очень комфортно, комфортно сидят, не давят за ушками, хорошо сели на переносице, очки просто, ну, классные, и тем более светлые, хочется иметь не только черные, да, разные, под разную одежду, иногда хоть чего-то такого светленького. Есть у меня еще такой набор, тоже я его заказала поочередно. Сначала взяла серьги. Серьги мне понравились сразу. Такие восхитительные. А тем более, что мне просто нужны были серьги с серебро с черным. Они подходят под очень многие вещи в гардеробе. А ожерелье я заказала чуть позже, когда поняла, что ну вот прям просится что-то на шею. И хочется именно, чтобы было в одной теме все понятно. Доходчиво, да, очень красивый такой жгутик переплетает, здесь тоже серебро, красиво, эффектно, все обращают внимание, поэтому если вам нужно как раз такое украшение, берите смело. Очень оригинальная вот эта сумочка, мне тоже нравится. Ага, смотрим, прикольная штука. Не удержалась, честно, не хотела брать. Думаю, да нет, у меня всего так много, остановись, мгновение. Но не удержалась, потому что настолько это красиво смотрится в деле. Можно носить на голове, на шее. Ну, просто вот восхитительная, изысканная вещь. Эти лепесточки золотистые, ленточки. Все такое девичье, нежное. Я просто вот, просто взяла и все, и радуюсь. Следующий комплект, вы видите, на мне колечко. Есть серьги, это кристаллы, сейчас розовый кварц, необработанный, смотрите, как здорово. Камни, конечно, пришли разные, но это так необычно, и мне даже нравится вот эта некая грубость. Кольцо просто восхитительное, просто, вот, ну не знаю, нет слов. Настолько я им довольна, этим комплектиком. Надеюсь, вы тоже себе закажете и будете радоваться. Так, здесь у нас палитра с различными оттенками губной помады, тоже рекомендую. Заказывала себе два раза эту палетку. Сначала переживала, думала, какие цвета не буду носить. Но дело в том, что они шикарно друг с другом миксуются. Можно взять немножко одного цвета, добавить другого. И все это так красиво на губах. И самое главное, это губная помада, очень стойкая, она классно лежит на губах. У нее приятная, вот, как сказать, такой... аромат, ну просто суперская удобная штучка. Так, далее у нас здесь есть помада трансформер, которую можно носить на любые помады, и она помаду преображает. Ну честно, я попробовала, мне как-то на, ну нет ни необходимости, я не стала ее заказывать. А вот следующая помада с блеском 3 в 1, это моя любимая помада, я бы так сказала, одна из любимейших. Вот один цвет взяла, это восхитительная роза. Я ее очень люблю, эту помаду. Она при смешении становится красивая. У нее прям необыкновенный аромат. И она классно увлажняет губы. И когда меня кто-то видит, вот я обычно наношу или первый, или второй оттенок, две моих любимых помады, особенно чарующий беж, все спрашивают, что за помада, я тоже такую хочу. Она действительно настолько красиво, благородно смотрится на губах. И при этом губам комфортно. Так, что у нас здесь? Энергоблески, очень красивые помады. Жидкая губная помада Мусс. Ой, я не взяла, у меня есть аж три оттенка, по-моему. Ореховое пралине, пряное какао. Да, очень нравится. С удовольствием ношу эти. Да, у меня, по-моему, сливочная помадка еще. Не помню. Есть три оттенка, и я от них просто в восторге. Тоже одни из моих любимых цветов. А следующая помада
тоже серии The One. Я вам покажу один оттенок. Сейчас скажу, как он называется. 62-й. Где у нас двоечка? Вот, гранатовый браслет. Немножко отсвечивает. Я вам покажу гранатовый браслет. Очень насыщенный цвет. Чтобы вы понимали, что он яркий. Он такой в бордо уходит. Помада обязывает одеться, соответственно. Обязывает губы хорошо обвести четко, да, там контуром. Шикарная помада. Мне она и по упаковке нравится. Хотя вот долго-долго уже, да, пользуюсь этими помадами. Мне нравится, что они не облазят. Хорошие флакончики. И очень стильно. Видно сразу через прозрачное стекло. Я вижу, что там внутри какой цвет. Потому что у меня штук 10 помад Giordani. И каждый раз мне, чтобы найти мой цвет, приходится открывать их все поочередно, чтобы найти нужный оттенок. А здесь удобно то, что через прозрачку видно все. Кстати, это отличная идея для того, чтобы сделать удобнее нашу жизнь. Очень рекомендую BB бальзам. У меня сейчас нет его открытого, но я его использую постоянно. Когда заканчивается, я стараюсь взять новый, поэтому в заказе у меня будет такой продукт обязательно. Так, дальше. Так, покажу еще стойкий карандаш-подводку для глаз. Два оттенка, черный и коричневый. У меня есть черный, он у меня старенький, уже не пользуюсь, но не выкидываю. Сейчас пользуюсь в основном подводкой, а его держу для того, чтобы вот показывать вам. Вот он тоненький, может совсем тонко рисовать, идеально тонкую линию. Можно сильнее нажать, он будет прям толстый такой, и он действительно не смывается. Если льются слезы, или вы попали под дождь, подводка не смоется, она будет держаться идеально на глазах. Есть у меня еще карандашик один, я вам покажу, с эффектом металлик, зелененький. Тоже люблю, люблю прям этот карандаш. Он немножко как бы переливается, у него такой приятный цвет, вот не ярко-зеленый, а спокойный, приглушенный. И в основном я им подкрашиваю внизу нижнее веко, растушевываю кисточкой, получается очень красиво. Так, что у нас? У нас есть вставка. Я очень люблю такие, кстати, вставочки в каталог, потому что здесь столько классных предложений. Вот я не взяла вам показать. У меня есть оба оттенка. Это пигмент-корректор. Кстати, вот такая бомбическая штука. Если, например, вы купили тон, и он вам не подходит, то вы берете корректор и абсолютно спокойненько добавляете полкапельки, смешиваете кисточкой, и цвет становится тот, который вам нужен. Или светлее, или темнее, в зависимости от того, какой вы корректор выбираете. И тоналка благодаря этому будет использована до конца. Потому что у нас то мы бледнеем, то загораем, кожа становится смуглая. А теперь у нас будет один пигмент-корректор, например, и один тон. Так, здесь всего у нас много вкусненького. Будете сами потом рассматривать. Всякие лаки, кисточки. Вот, рекомендую, кто не успел, вдруг будет. Не знаю, будет или нет, но надеюсь, что будет в ограниченном, конечно, количестве масло чайного дерева. Я себе с прошлого каталога, когда была распродажа, затарилась 15 флаконов и никому не даю. Потому что это средство лечит очень многие проблемки. Это раны, ожоги, царапины, укусы, насморк, горло, перхоть и так далее, прыщики. То есть все-все-все, что у нас проблемно, все, что нужно заживить быстро, антибактериальный эффект дать, то это масло чайного дерева. Заменит пол аптеки. Шикарная пена для ванн «Золотое сияние», прям рекомендую, несколько раз уже заказывала, нравится, прям вкуснятина. Шикарное мыло «Молоко и мед» «Золотая орхидея». Также я пробовала крем для душа, два раза заказывала, такой вкусненький крем, но сейчас уже он мне поднадоел. То есть два подряд флакончика открывала, еще даже сейчас им пользуюсь. Конечно, уже хочется чего-то новенького, и у нас будет возможность взять что-то новенькое. Вкусненький аромат «Маскарад». Тоже рекомендую. Прекрасная упаковочная коробка. Я вот на Новый год в таких коробках всем дарила подарки. Прям классная штука. Тоже здесь аксессуарчики не такие неплохие. Вот, не взяла показать. Мне очень нравится этот комплект сережек. У меня он есть. И мне нравится то, что можно комбинировать. То одни носить, то другие. У меня, кстати, в одном ухе три дырки. И я одеваю сразу три в одно ухо. И одну розовенькую в другое. Роскошный сервиз. Я собрала практически весь сервиз. Мне только не достались глубокие тарелки и салатники.
Но зато у меня есть и супница, и тарелки десертные, все-все-все. Ну, будет очень красиво, когда я буду делать сервировку такой белой посуды. Интересный клатч. Обратите внимание, что клатч здесь, на сумка клатч, что у него достаточно интересный размер. То есть возьмите линеечку, он непривычный такой узкий, он прям широкий. И в него достаточно много вмещается. И к нему же есть такой стильный кошелечек. Тушь. Покажу кисточку. Одной из этих туш у меня есть с эффектом накладных ресниц. Чтобы вы понимали, какая кисточка. Она очень похожа на тушь 5 в 1, только без изгиба. Но при этом она круто подкручивает ресницы. И действительно делает эффект нарощенных таких длинных ресниц. Тоже одна из моих любимых тушей. Но все-таки 5 в 1 нравится мне больше. Мне скидка больше. Так, здесь у нас вкусняшка. Ох, как я довольна этой палеткой. Как я ей довольна. Просто восторг неописуемый. Посмотрите. Ой, все заляпала. Огромное зеркало. Здесь у нас есть бронзатор, хайлайтер и румяна. Сейчас буду показывать цвета. Румяна. Такой приятный, нежно-розовый цвет. Он не яркий, он спокойный, действительно освежает лицо. Хайлайтер. Посмотрите, какой он мощный. Главное не переборщить, потому что я один раз прям его слишком много нанесла по неопытности и пришлось потом его стирать. Кстати, прикольно видно мой отпечаток пальца. Так, и корректор, посмотрите, он абсолютно матовый, у него нет рыжего подтона, как бы вам получше его показать, может вот в этом месте. То есть он приятный, бронзовый, то есть у него нет рыжины, красноты какой-то, он прям классный, клевый. Вот, показала, надеюсь, видно, понятно, и я хочу сказать, и по качеству мне он очень понравился. И палеточка такая тоненькая, вы знаете, как какой-то гаджет, прям прикольно ее в руках держать, я в восторге. И тут же еще одно мое любименькое средство, это палитра маскирующих средств. У меня самый светлый оттенок, смотрите, два верхних это маскировщики, да, кремовые, смотрите, что он делает. Первый, пигментацию морщинки, да, убирает. Он такой розовенький, но я его использую. Сейчас покажу, в какой зоне. Тут на картинке покажу. Я его наношу вот на эту зону, потому что здесь у меня выступает синяя такая яркая венка. И если ее не замаскировать, то будет эффект, как будто у меня темные круги под глазами. На самом деле их нет, просто она дает тень. И я ее перекрываю розовым оттенком. А вот этим вторым тоном, такой какой-то как тональный оттенок, да, цвет кожи. Я перекрываю пигментацию, какие тут у меня пятнышки коричневатые. А третий это пудра, я ей практически не пользуюсь, потому что она мне в принципе не нужна. И честно, мне было бы лучше сделать побольше этих средств и без пудры. Вот так, я хитрюга. Тоже есть зеркальце, никаких кисточек у него нет, просто нужно использовать такой плотный, упругой кистью маленькой и ей аккуратненько вбивать в кожу. Также покажу вам вот эту необычную штуку, это закрепляющий спрей для макияжа. Вот, в прошлом году его прикупила. На жару отличный способ сохранить макияж, чтобы не было таких вот явно активных выделений пота и так далее, чтобы макияж не поплыл. То есть наносим макияж, а потом фиксируем, просто распыляя на лицо так крест-накрест вниз. И лоб в сторону. Здесь также есть ультрастойкая корректирующая тональная основа, но я и не пробовала пользоваться, поэтому нет информации, молчу. Здесь обращу ваше внимание на точилку для карандашей. Это лучшая точилка, которую я пробовала вообще в жизни. Она очень крутая, настолько аккуратно снимает тонкий слой древка, да, дерева вот этого, при этом очень аккуратно затачивает стержень сам карандаша, и при этом не остается никаких занос там, каких-то деревяшечек. У меня просто старая точилка, настолько грубо точила карандаш, что у меня бывало такое, что я там по моей неосмотрительности сразу не почищу остатки, и мне даже опилочки попадали в глаз. Это ужасно больно и неприятно, а эта точилка просто кайфовая. Так, здесь у нас лаки. Всего по 99 рублей, 5 мл, то есть такие небольшие флакончики, ну, приятные, классные оттенки, выбирайте на любой вкус. Так, далее румяна,
яркие, достаточно румяные, интересные. То есть, если вам нужен такой вариант недорогого средства, то, конечно, это супер выбор. И они такие небольшие. То есть, вы не думаете, что вам придут такие румяна. Нет, они прям маленькие. Они размером, по-моему, такие же, как тени. Смотрите по весу. 2 грамма, а тени... Ищем, где у нас тени. Тоже 2 грамма. То есть, они маленькие. Но зато и цена небольшая. Использовали, взяли новые. Прикольные тени. Единственное, что мне неудобно в них, то что они идут каждая отдельная, хотя это их плюс, то что мы можем выбрать какие-то. И нет кисточек, то есть мы пользуемся, всегда носим с собой дополнительную кисть. Очень хвалят тушь, очень хвалят, но я не беру эту тушь, мне кисточка не нравится. А тушь саму очень хвалят. О, скидки. На что у нас тоже на стойкий карандаш подводка, скидка. Фиолетовые и зеленые оттенки. Здорово. Так, ничего я здесь не пропустила. Идем дальше. Так, помада Giordani. Конечно же, похвалюсь своей любимой помадой. Это чайная роза. Видите, какой цвет красивый. Я тут нанесу. Посмотрите, какой цвет. Я просто от нее балдею. Это не помада, это просто чудо. Вот я ее очень люблю. И когда она у меня закончится, я обязательно ее повторю. Дальше. Карандаши для губ. У меня 2 оттеночка я захватила. Покажу, чем они прикольные. С одной стороны, кисточка, которой я практически не пользуюсь. С другой стороны, сам карандаш. А здесь у меня цвет гортензия, по-моему, так называется. Гордения. Да, гордения. А, вот такой цвет. У него все-таки есть небольшой такой рыжий подтон, но тем не менее, когда сверху ложится помада, то все хорошо. Вот я, например, к помаде подвожу, они смешиваются, и не видно этого рыжего подтона. Но все равно хотелось бы, чтобы был более какой-то натуральный цвет в серии Giordani GOB. Но благо, что он есть в серии The One, тот цвет мой любимый. И MAC, по-моему, так называется. Да, MAC называется. Вот у Мака очень красивый цвет. Он, кстати, подходит под многие яркие холодные помады. Я им часто тоже пользуюсь. И мне нравится, как он ложится на губах. Вот если гордению надо прям долго-долго красить. Там, хотя вот на руке она, конечно, здорово, но руки намазаны кремом. А по губам вот он плоховато ездит. А вот Мак, он просто идеален. Так, двигаемся дальше. Тут у нас тени запеченные. Я не брала, не знаю. Нет информации, карандашики для глаз. А, обратите внимание, румяна будут с большой скидкой. Румяна в шариках всего 699 рублей. А, очень люблю тон. Это шелковая тональная основа флюид. Вот у меня здесь есть чуть-чуть. Но я ее не люблю из-за того, что нужно откручивать. Нужно доставать эту пипетку. Все это у меня уже прям старенький, законченный такой вариант. Доставать. Кстати, надо вначале хорошо взбить, достать пипетку, нанести, закрыть. Ой, это очень неудобно, но это у меня темный след остался. Вот немножко специально не выкидываю, потому что вам нужно посмотреть, какой он крутой. Смотрите, он высыхает, и у него сразу эффект пудры. И он очень тонко наносится. Прям супер. И он дает эффект пудры. То есть на него уже пудра не нужна. Прям рекомендую, отличный продукт, много-много раз его заказывала и буду периодически тоже заказывать, потому что ну, что-то надоедает, иногда хочется новое пробовать, а иногда хочется вернуться к тому, что очень нравится. У нас начинается уход за кожей лица, специальное смягчающее средство обязательно возьмите, если у вас еще нет специального смягчающего средства, я его называю смягчашка. Это вот такая маленькая баночка. Вы не думаете, что вам придет вот такое вот ведро крема. Нет. Это маленькая. Всегда смотрите на объем. 15 мл. Открываем, смотрим, достаем. Это вот такой прозрачный гель, ароматизированный. И мы его наносим на те места, где у нас сухость. Например, кутикула, губы, локти. Пяточки, то есть все, что сухое, все, что надо смягчить, мы наносим, даем впитаться, при этом просто это вкусно пахнет, это очень круто смягчает, это одно из лучших средств. Я даже иногда полностью руки мажу этим средством, даю впитаться, и потом руки просто становятся кайфовыми. Вот смотрите, то есть я трогаю, прямо как будто шелк, вот тональная основа высохла,
Вот шелк просто нереальная основа, классная. Попробуйте обязательно. У кого веснушки беспокоят вас, пользуйтесь специальными средствами против пигментации. Берите всю серию. Помните, что когда вы ходите на улицу, носите еще крем с высоким солнцезащитным фактором. Все рассказывать не буду, скажу акцент. Это скраб, очень крутой скраб, отшелушивающий. Ох, прикольная серия для молодежи, у кого проблемы и лезут прыщики, да, достают. Очень круто, что у нас есть серия солнцезащитная, и она лучшая, прям вот лучшая, скажу прям с большой буквы, L, лучшая. Пробовала я разные у подружек, на пляже мы проводили такую диагностику, мы людям давали помазать нашим средством, например, одну руку, остальное все они мазали своим, и потом собирали отзывы, и, конечно, все были в восторге. Есть для детей с высоким солнцезащитным фактором, смотрите, какая линейка, да, какой выбор, и вау, вышла наконец-то бальзам, увлажняющий лосьон после загара. И есть также для таких, как я, кому некогда загорать или не любит, или кто очень бережется от солнышка, есть вот такой вот специальный бронзатор, спрей автозагар. Я еще его не попробовала, буду скоро пробовать, у нас уже тепло наступает. И чтобы не ходить долго в колготках, я быстро обрабатываю ноги, руки, шею, и уже хожу такая загорелая красоточка. Просто через несколько дней я его добавляю, и у меня все время такой ровный, тонкий бронзовый загар. Так, уход за лицом. Роскошный королевский бархат Эко Бьюти. Вышла потрясающая новинка в серии Novage. Я взяла себе всю серию. Есть отдельное видео на моем канале, как я первый раз открываю эту коробку и все пробую. Посмотрите обязательно. Я могу сказать, что чем больше я им пользуюсь, тем больше у меня восхищение и благодарность. И я всегда говорю, с Oriflame стареть не страшно. Девочки, просто пользуйтесь хорошими средствами и пользуйтесь в комплексе. Нет смысла брать один продукт. Он не сработает. Именно каждое средство дополняет другое, раскрывает его, обогащает и делает эффект круче. Чем эта серия такая бомбическая? Если сравнивать с предыдущей серией, то там было заявлено, эффект мы увидим в течение 3 месяцев использования, то здесь сразу, мгновенно, с первого применения на 49% уменьшаются морщины. Ну что нам еще надо? Нам нужно, чтобы вот так, волшебная палочка. Вот вам волшебная палочка. Закажите себе серию целиком, выгоднее брать сразу комплексом, и будет вам просто красота и счастье, и хорошее настроение. Так, дальше. Кстати, уходят маски. Видите, часики висят. Значит, их скоро не будет. Возможно, они последний раз в каталоге. И мы их будем видеть только где-нибудь в распродажах. Поэтому рекомендую маски. Они правда классные. И классный подарок. Они в красивых коробочках приходят. Но я все использовала и все раздарила. Тоже много их заказывала. Про серию Wellness не буду много рассказывать, просто скажу, что пользуюсь всеми продуктами, вижу классный результат. Просто тот факт, что мне исполняется через месяц 45 лет, уже говорит о том, что серии работают, что работает коллаген, работает Wellness. Я пью витамины для волос отдельно, я пью Wellness Pack, у меня практически каждый день коктейль. Коктейль я пью практически каждый день. Или делаю смузи, или просто выпиваю. Я в восторге. Пена для ванны. Ой, покажу эту огромную пену. Притащила ее. 750 миллилитров. Я не знаю, помещается ли она в кадр. Вот так она просто. Вот. Вот она здесь во весь рост сфотографирована. Пена классная. Отлично взбивается. Дает вот такую прям пушистую пену, которая долго-долго сохраняет. То есть я люблю полежать в ванной, и эту пену я просто обожаю. Мне, кстати, вот этой мы пользуемся, и еще одна целая стоит, ждет своего звездного часа. Так, здесь покажу, конечно же, я же не жадина, я покажу вам вот этот скраб для тела, солевой скраб. Сказать, что он хороший, это ничего не сказать. Сейчас коробочку не могу открыть. Вот он, у меня этот скраб. Кстати, обратите внимание, что он победитель
в России 2018 год Best of Beauty Glamour. Обалдеть! Вы представляете, какой ценный продукт я держу в руках? И у вас есть возможность его заказать с огромной скидкой, 45%. Вы не пожалеете, какая с ним становится кожа восхитительная. Просто огонь. Вот прям сегодня же с ним приму душ. Натрусь, как будет кожа гладенькая, ароматная, мягкая. То есть это просто лучший скраб, который я пробовала в своей жизни. Далее, краски для волос. Я пользуюсь этими красками уже много лет. То есть, как они только у нас вышли, я все время брала 3.0. Вот она была темная, практически черная. Сейчас я беру себе смесь 9.0 и медно-каштановый. Я его смешиваю, две упаковки 9.0 и половинку 4.54. У меня получается на мои волосы 2,5 упаковки уходит. Зато получается красивый такой необычный цвет. Это все укладочные средства, тоже мне они нравятся, но сейчас уже я ими не пользуюсь, потому что волосы такие длинные, что я просто их заплетаю в косы, или они просто распущены, мне не нужно их укладывать как-то по-особому. Люблю больше всего разглаживающий шампунь для непослушных волос, то есть он и питает волосы, и увлажняет их так хорошо. Ой, здесь даже все написано, смотрите, облегчает укладку. Вот мне нравится эта серия, все время ее заказываю. Так, что на здесь вкусненького еще мы смотрим. Ищите все время скидочки, где-то прячутся вот здесь. Вы тоже, может быть, что-то вам как раз нужно. А здесь у нас интересное предложение для любителей сэкономить деньги. Мы можем с вами весь набор удачный, да, для дачи заказать всего за 369 рублей. И в набор входит жидкое мыло 300 мл. Гель для душа с оливковым маслом и алоэ вера. Он смягчает кожу, он очень концентрированный. И шампунь 2 в одном. Это авокадо и ромашка. Представляете? Такой шикарный набор всего за 369 рублей. Я обязательно закажу. Это выгодное предложение, классное. А здесь у нас скидки до 50%. Тоже всегда смотрите, что... Да, вам может покажется, что цены высокие, но вы посмотрите, 500 мл объем. И это, конечно же, очень выгодно. Особенно я люблю гель для душа с клубникой и лаймом. Просто обожаю его. И мне нравится шампунь с кокосом и пшеницей. Он отлично промывает волосы. Он такой концентрированный, такой вкусненький. И хорошо напитывает волосы. Они становятся более такие мягкие, послушные. И рекомендую обратить внимание на расческу. Я ее просто обожаю. Она так классно сделана, такая качественная. Ее удобно носить с собой в сумочке. И при этом она здорово справляется с моими длиннющими волосами. Так, дальше. Тут у нас тоже продолжается распродажа для дачи. Обращаю внимание на тальк. Тальк будет вас спасать в жару. Впитывает выделения кожные. При этом будет приятный аромат от кожи. Обязательно запасайтесь тальками. Скоро их не будет просто в каталоге. Не успеете взять. Шикарное мыло наше. Очень классные кусочки. Такие крепкие. По 90 грамм. Хорошее, кстати, предложение. По 49 рублей всего. И гели для душа. Серия Discovery рулит. Зубные пасты деткам. Себе. Кстати, моя любимая травяной комплекс. Ее всегда люблю больше всего. Кремы для рук. Мне очень хвалили облепиху. Я ее как-то ни разу вот не заказывала. Не знаю, как так получилось. Но я ее сейчас его обязательно возьму себе попробовать. Как раз мне нужен такой маленький формат крема. Далее. О, фантастика! У нас появился дезодорирующий тальк для ног. Вау! Кто помнит старые каталоги, у нас был раньше тальк для ног. Он просто крутой, очень крутой. Обязательно заказывайте. Его можно насыпать в обувь, натирать ножки просто и в носочки насыпать. Ой, это классная штука. Мама обрадуется. Она мне так любит этот тальк. Здесь у нас гигантские, я так понимаю, да? XXL. Сейчас посмотрим объем. Да, конечно, кремы для ног, дезодорант спрей, большой формат, тоже я пользуюсь постоянно этим дезодорантом, очень нравится. А здесь новинка, витаминный крем для лица папайя, здесь можно потереть страничку, вау! Ой, я его, наверное, куплю несколько банок, потому что так вкусно пахнет,
И очищающие средства для лица. Интересно, ну на лето, да, можно взять для разнообразия. Дочки точно возьму вот такое очищающее средство и сама у нее попробую. Новый дизайн дезодорантов. Посмотрите, как красиво сделали, как классно. Тут крем, обратите внимание, есть еще крем. Они очень крутые дезодоранты. Вау, вау, классный каталог. Честное слово, смотрю его первый раз. И завершая каталог, средства для интимной гигиены. С розовой водой и с ромашкой. Я почему-то больше люблю с ромашкой. Не знаю, с чем это связано, но мне нравится именно с ромашкой. Очень хорошая цена, хороший, замечательный продукт, 300 мл. Пользуйтесь с удовольствием, особенно в жару. Есть такие продукты, без которых просто вот жить становится сложнее. А с ними жизнь становится прекрасная. Если же у вас остались какие-то вопросы по продукции, не стесняйтесь, задавайте мне их в комментариях. Если видео полезное, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока! GoPro Stop Video!